Всем привет, Кира. Здорово. Здорово, говорит Кира, говорит здорово. Здорово. Мы сегодня идем вот в этот чудесный магазин. Называется Мави. Кира вышла прогуляться, чтобы купить какие-нибудь интересные вещи. Так, сейчас пойдем посмотрим, что здесь есть. Прикольная там жизнь. Да. И, кстати, здесь частенько 50% скидка, друзья. 50%. Это уже радует. Так, посмотрим, что за новые коллекции. А что, футболки? Ну, здесь... Нет, это просто футболки. 350 лир. 350. Толстовки в других. Скорее всего, новая коллекция, потому что... Да. Мы с Кирой подумали и решили, что это новая коллекция. Вот такие есть вещи классные. Прикольно, вообще такой цвет приятный. Да. Опа, Кирунь. Но она плотная такая, да? Сколько она стоит? Ну, 600 лир. 600? Она плотная, но она вообще офигенная. 600 лир. Да. Можно и такую купить. Такие как вот есть. Эска. Вот такая же, только другого цвета. Тоже приятный такой цвет. А вот это, так, это с капюшоном, смотри. Слушай, мне вот такие нравятся, я с капюшоном гулять вообще супер. 800. 800 лир. Ну, она того стоит, наверное, это коллекция новая. Качество, конечно, хорошее. Да. С базаром не сравнить. Мне нравится. А вот смотри, еще толстовки. Ну это 900 лир, розовая такая стоит. Да? Я просто чего? Я не люблю вот когда надпись, но толстовка знатная. А, это, ты не любишь? Молодежи, да. Ну, я уже прикольно. Женщина. А вот смотри, один короткая. Ну, 700 лир толстовочка. Тоже неплохая. А, коротенькая. Да, вот те вот прям. Да. Пошли. А по джинсам, по мужским. Кстати, тоже смотри. 30% скидки у них. Посмотри, сколько стоят джинсы. 739. 839. 3000 рублей, копейки. Мави. Копейки. Ну да. Получается 839. Где-то так стоят. Ну, 2500. Джинсы. Да, ну, по 3000. Да, но они классные, конечно. Так я мужские смотрю. Мужские, надо посмотреть. Вишни узенькие. Да, вот почему-то они у них в основном все вот зауженные внизу. А смотри, Кир, у них цена-то. А классики, наверное, они... 1299. Короче, 1300, Кира. Вот такие 1300 стоят. Вот внизу надо здесь смотреть. Так вот. И такие по 1300. Короче, вот эти все по 1300. 1300. Ну, это... они все равно по сравнению с Москвой, с Россией, ты сейчас не купишь за такие деньги джинсы Мави. Там 8-10 косарей, я так думаю. Я давно не была. Да, 1300 лир, друзья. Это просто. А мы сейчас выбираем Кире. Кире надо выбрать. Сейчас мы посмотрим мужское, потом пойдем посмотрим женское. Это черное. Ну вот казалось бы, да, вот ничего такого особенного. Почему прикольное? Ну качество. Да, ну, это вообще 1400, во-первых, смотри. Ну, во-первых, все равно резинка, да? Да. Не люблю я резинки. 1400. Ох. А это тоже мужские. Ну вот синие. Синие тоже 1300. Вот такие вот. Слушай, а это со скидкой или без скидки, мне интересно? Вот написано 30.
30% скидка. Ну так это со скидкой? Это просто цена, да. От нее, наверное, скидка, наверное, будет. Да, вот приличные стоят уже вот так. 1300. Так, сумки, сумки. $800 стоит толстовочка такая, без капюшона, правда, такого типа. И вот Мави. Но я считаю, да, 800 средняя цена. $800, да. 700. Но это с капюшоном. А ну-ка, подними-ка ее так вот. Это мне тоже нравится. Неплохая. Ну вот, действительно, вот, знаете, вот в руки берешь и чувствуешь, да, чувствуешь вещь. Ага. Нет, не тряпка. Рубашки. 1000 лир. Тоже материальчик такой знатный. Да. И сразу видно, что взял в руки вещь, правда? Да. Правда. 900 лир. 999, 99. Ну, короче, 1000 лир. А у них здесь вот с такой вот еще штучкой. Вот внизу даже тут. Ага. Да, значок. Но Кира у нас не любит. А вот интересно, сколько джинсовые куртки. Да, но сколько она стоит? Сейчас посмотрим. А, тоже 1300. Вот такая джинсовая куртка, 1300. Ух, женщина в красном. Почему это мужская? Почему это женский? 900 лир. А вот смотри какие. Ух, с капюшоном. Прикольно, вот подержи. А-а-а. Да? Ну это молодежка. Ну такая вообще классная, слушай. А-а-а. На молнии вот здесь. Здесь молния. А-а-а. А сколько стоит-то, где цена? Стоит она 1000 лир. Так, и вот такие вот типа ветровки. Очень модные, они очень теплые. 2300 лир. Смотри, какая она теплая, ты в ней не замерзнешь вообще. Вообще да. Классная, и слушай. Очень модно сейчас такие. Давай мне такую купим. Давай. Подержи. Ну ты старенький уж. А чё я сразу старенький-то, вон я какой молодой. Вот такая вот хорошо будет. Да, она прикольная. Да. Она теплая. 2300 лир. Ну, а есть такие рублей. Же. Да, есть такие же. Да, почему она не стоит 2000 рублей? А 2000 лир? 5000 рублей по-другому. Да. Просто рубашки. Ха, 1200. Рубашка 1200. Брюки такие 1300. Но ткань, конечно, вот чувствуется, очень хорошая. Внизу вот на такой резинке. Вообще шикарная. Класс. Просто базовые, майки по 300. Это база, базовые футболочки. Да, по 300 лир. Самые-самые обычные, обычные, обыкновенные. Они бесценные. Сколько? 1099. Вот такие я не хочу. Вот, знаешь, 1100 женские джинсы. Вот мои джинсы. Это твои? Твои. Мне? Мои. Мне. А, Ира, где-то там мне. А, ты хочешь вот такие широкие трубы? Да. Так, сколько они стоят? Её нам неизвестно. А я уже отсюда вижу, 1200. Да? Да. Вот такие хочу. В прошлом году по 600 рублей были. Слушай, ровно в два раза подорожали. 600 рублей стоили. Фу, 600 лир. Да. Ну, пожалуй, вот все
Ну вот почему так? Вот смотри, женские все снизу, широкие. Вот, да? Вот, смотри. Ну-ка. Вау. Нет, они рваные, но тоже прикольные. Рванина. Ну прикольные, очень. Да? А сколько же рваные стоят? О. 770 лир? Да. Рваные штаны. Прикольно. Здесь, наверное, штаны. Это... Смотри, 30%, здесь 30% скидка, поэтому получается они по 700. Ну-ка. Ну, размеры, видишь, большие. Может, поэтому и скидка, что размеров нет. Тоже хорошие штанички. 700, это, считай, прошлогодняя цена, Кир. Угу. Нормально. Они здесь все по 700. Вот я тебе поэтому и говорил, Кир, чтоб не приходить... И не 27-28 небольшие. Чтобы не покупать по 1300, надо сейчас покупать. Да. Пока есть скидка. Большие. Вот эти вот, я думаю, не надо. Эти вообще 630, но узенькие такие. Вот мои, наверное. А ну это 25-28. Вот, наверное. Ну-ка. На тебя? Я думаю, да. Так, 25-28, да? Mm-hmm. Отлично. И цена также 700, да, у них? А ткань какая? Не резинка, Кир? Нет, вообще. Нет, вот шикарная ткань. Вот, женские это, Кира, вот они, смотри. Тоже, кстати, по 1000 лир. Толстовочки женские. 999 лир. Вот, толстовки еще. Подожди. А вот другой материал. Ну, это такие, в облипку. Ну, снизу чуть-чуть зауженные, но не сильно. Да? Ну, да. Тоже со скидкой 700 лир получается. Ну, да. Ну, тоже прикольные. Ну, как ты думаешь, тебе подойдут они? Я думаю, они мне подойдут, но я на коленнике, но мне нравится просто. Ну, то, что они широкие, чтобы были, правильно? Да, мне... А? Кира остановилась вот на таких вот джинсах. И такие у нас стоят. Знаешь, что хочу сказать? А. Что, скорее всего, на них тоже будет скидка попозже. Да? Я думаю, да. Но они пока по 1200, надо дождаться, пока они будут, да, по 700 лир. В общем, джинс — огромный выбор. Вот, смотрите, про толстовки говорил. Это же вот женские. Я такие не люблю с надписью. Ну, это для молодежи больше. 1300. Но дорого тоже, Кир. Дорого. И джинсовые куртки. 3000 рублей. Джинсовая куртка такая стоит 1300. Вот за 400 какие-то легкие вещи такие. А вот смотри, какая без надписи, Кир. Смотри. Но надписи нет, капюшон. Сколько стоит? Так, и блузки такие белые с длинным рукавом по 1000 лир. Интересно. Ну-ка. Свитер теплый. Ну какая она, видишь, на молнии. А, полностью расстегивается, да? 1000 лир. Мне нравится. А шерсть нормальная? Ну да. А вот по 800 есть какая-то. Такая. Как гофра какая-то. Вот костюмы, смотри, Кира. Вот костюмы. 1300 лир с капюшоном. А мне кажется, это только толстовка. Штаны отдельно. Не, ну штаны же есть. Ну, есть. А мне кажется, это костюм. Или нет? А. Я понял. Сейчас я посмотрю, сколько стоят брюки, треники. Брюки
брюки. Да, посмотри, сколько стоят брюки. Там внизу есть. Там есть 800 лир стоят просто брюки. Теплые такие же. Под тол... Они не сильно теплые. Ну, под толстовку. Нет, они не подходят вообще под это. Они просто отдельно шьют. А, но они цвет другой. Ну, они, да, и по цвету не подходят, и по толщине не подходят. Ну, как-то так. Вот отдельно есть. Ну, как-то так, друзья. Быстренько забежали в магазин. А. Вот эти джинсы и вот эту кофту. Так, вот эти джинсы ты выбрала. И какую кофту? Либо такую, ну, вот какую-нибудь такую, вот такую. А лучше две. Кира держит две кофты в руках и говорит, вот такую. Вот так, наверное. Как? Три. А, три так, кофты так? Надо. Две кофты. Две кофты. Джинсы. Кира выбрала себе джинсы. Все нормально. Ну, хорошо, не зря сходили. Вот джинсы такие, фути, джинсы. А вот толстые, смотри. Это уже теплые. Вот да. Это теплые прямо. Прям. Совсем. Да. Сколько они? Ну-ка, посмотри-ка вот здесь. Тысячу лир. Да. Вообще отличные. Что маме нравится, что они, у них рост. Рост, говорят. Рост. Есть разный рост. Да. Но это не кожа. Да это дермантин. А сколько же стоит дермантин Мави? Посмотри там цену. Вообще, дермантиновая куртка. Вон висит ценник. 1800. Такая косуха, да? Ну, она симпатичная, я хочу сказать. Коротенькая, да. Видимо, качественный. Но дермантин. 1800 лир стоит, Мари. Есть вот такая вот. А вот тут курточка. Толстовочка. Я бы такой, вот, я бы взяла себе такую. А, вот, дутая такая куртка. Ну, она... Я думаю, должна быть теплая. Кстати, 1000-1300 стоит, но она реально мягкая, да? И нету вот этих. Да, катышков никаких не будет в ней, это качественная вещь. Реально хорошая. И такие же светленькие есть. Да? Угу. Вот, а, вот. Я бы такую себе взяла. Ну, короче, я бы взяла курточку, три кофточки. Ну-ка, и покажи джинсы. Вот эту. Да. Кира еще выбрала себе куртку вот такую. Это большая. А, это М-ка. Сколько стоит она? Ну-ка покажи, Кирин. 1300. Так, Кирюня сейчас. Ну-ка. А то что-то стало холодать. Не пора ли нам поддать? Ну. Слушай, она тебе хорошо. Вообще отлично, Кир. Правда? Я не шучу. Посмотри в зеркало на себя. Кирюня. Все. Как говорят, покупай сани летом. Правильно? Да? Покупай санки летом. Да? Вообще, я тебе говорю, классно. А так как она, легонюсенькая? Она жарко в ней. Не, ну жарко, понятно. Сейчас, потому что лето. Ой, все. Выбрали Кирюне всяких разных вещей. Курточку хорошую, блузку, толстовку и джинсы. Так что одеваться можно, друзья. Даже нужно. Вау, Кир, ну ты довольна? Ага. Хорошо. Смотри, даже платье есть Мави, смотри. Платье Мави 1500 лир. Вот такая тоже классная рубашка. А вот рубашечка вообще шикарная, смотри. Ну это женская. Естественно, при чем тут ты? Да. При чем здесь я, действительно? Рубашка стоит 1300 лир, ничего себе. 1000 лир. Сумка Мави фирменная. Ладно, не будем грузить больше. Основное все, что есть, показали. Сезон еще осенний не начался, поэтому зимнего тут в принципе пока еще нет ничего. Зайдем попозже, посмотрим, что будет в новых коллекциях. Нравится мне Мави, к зиме. А вот этот магазин, Кира его называет ЛГБТ, он очень нравится
Кире, да? Да. Что-то здесь тоже можно покупать. И тоже, как мы видим, скидки 50%. Смотри, 50% скидки. То есть сейчас можно реально купить нормально. В любом магазине сейчас, смотрите, есть скидки. Поэтому, если вы приезжаете, не ходите как на базар, а идите сразу вот в такие вот магазины. Все, друзья, на этом мы сегодня заканчиваем. Мы с Кирой сегодня хорошо погуляли. Всем хорошего настроения, оптимизма, душевного спокойствия. Подписывайтесь, ставьте лайки, заходите, смотрите за следующими нашими выпусками, мы вам все покажем. У нас здесь есть все и много чего, что показать. Всем пока.